Такую пасту любят все, но не все знают, что приготовить ее очень просто. Сто грамм сухого молока и 100 миллилитров воды. Хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Добавляю 100 грамм сахара и, постоянно помешивая, довожу до кипения. После того, как закипит, отключаю огонь, добавляю 50 грамм сливочного масла и перемешиваю до растворения масла. Делю на две части. В одну часть добавляю 50 грамм молочного шоколада, а в другую часть 50 грамм белого шоколада. Перемешиваю и даю остыть до комнатной температуры. После остывания перекладываю в банку, чередуя темную и белую пасту. Затем отправляю в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!